Первая областная инстаграм-выставка открылась в Иванове. Авторы снимков – обитатели блогосферы, которые пользуются сервисом Инстаграм для передачи изображений с мобильных устройств. Почетное место в экспозиции заняли 96 работ из 600 с пометками 37.ru и Иваново. Это красивые виды областного центра, портреты, репортажные снимки с городских мероприятий. Твиттеряне, как правило, оперативнее журналистов, выкладывают в сеть свои фотографии. Во время открытия новой выставки была заложена и новая традиция. Вместо перерезания привычной красной ленточки, ее в этот вечер не было вовсе, обладатели гаджетов сделали одномоментный снимок. Все авторы работ, которые обычно скрываются в сети за никами, вышли на всеобщее обозрение и получили в подарок небольшие сувениры. Планируется, что следующая инстаграм-выставка откроется уже в сентябре. По всей стране какой-то идет бум инстаграм-выставок, ну и мы, у нас на самом деле эта идея была еще в прошлом году, но блогосфера как-то не успела сорганизоваться, мы проводили конкурс «Блогер года» и так далее, и у нас не хватило просто времени на организацию полноценной инстаграм-выставки. В этом году у нас появился такой партнер, как городской портал 37.ru, который, собственно, сделали самую сложную работу, они смогли это